Что ж, доброе утро. Давайте проверим. Прошло 4 дня. 5. Точнее, 5 дней. Немного ошибся. Посмотрим на наш результат. Пчела, конечно же, часть слетела. Но сейчас увидим, сколько осталось. Натянули языку. Сверху точнее. Так, давайте смотреть. Сколько пчелы осталось, есть ли матка. Ну, пчелы, естественно. Даже сейчас уже видно, что ее больше, чем было. Так, матки пока не вижу. Напрочь. Старый застывший расплод выковыривают, выкидывают. Ну, вот и матка бегает. Надеюсь, видно. Матку приняли, пчелы, ну, сами видите, сколько. Немного, конечно, но больше, чем было. Значит, конечно же, часть пчелы той, что я усыплял, улетела. Ну, может быть, не до конца уснула или еще что-то. Ну, вот. Остальная осталась. Так, матка сеет. Матка сеет. Ну, вот такие вот дела. И, как видите, способ естественно рабочий, действенный. Я считаю, что в тех условиях, в тех вариантах, что было, это он. Ну, вот он, пчела. В таком количестве. Такс. Ну, попозже с этой семьей поработаю еще. Здесь она у меня на Дадане. Буду на 145-ку ее переводить. Здесь мне нужна 145-я рама. Ну, наверное, и все. Значит, если говорить о том, как можно было бы еще поступить, например, допустим, сделать на пол лета, да, кто-то скажет, ну зачем он занимается мягким селитрой, когда можно сделать там на пол лета, допустим. Значит, может быть, вы и правы, конечно, но смотрите. Это значит что? Перенести вот эту семью к сильной семье. Оставить на несколько месяцев, на два, наверное, да, пока здесь не появится расплод, пока не появится молодая пчела, чтобы можно было в дальнейшем эту семью поставить на... Ну, вернуть вот на это место, например, да, то есть, чтобы пчела опять-таки не слетела туда. Это долго, неудобно. Или закрыть семью, убрать холодное место на несколько дней, да, чтобы пчела привык. Это тоже мне неудобно. Используя аммиачную селитру, летную пчелу, я получил, я считаю, вполне хороший, шикарный результат. Подселил семью. Приняли матку.
и все сработало идеально, и самое главное, как мне было надо. Но опять-таки никого не уговариваю, не убеждаю. Пользуйтесь теми приемами, которые вам больше нравятся и у вас получаются. Пока-пока, всем удачи.